Хорошо. Но если вы еще хоть раз... Охуеть. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Эрикан, и сегодня мы продолжаем с вами прохождение игры Uncharted 4 Путь Вора. В прошлой серии мы поиграли за подростка, вспомнили какие-то там моменты сюжета, да, о том, как мы пытались памятные мамины вещи выкрасть у кого-то, но в конечном итоге мы попали в тюрьму. В тюрьме мы кого-то там отмутузили очень жестко, какого-то мексиканца сраного. И вот сейчас у нас вторая глава «Адовое место». То есть нас куда-то ведут. Босс колонии. Эй, а можно мне хоть душ? Заткнись. Ногу убери, мудила. Нормально, сядь. Эй, придурок. Давай наверх. Esos dos tienen toda la suerte. Вывожу заключенного. Выводи заключенного. Открывай. Рад тебя видеть. Сейчас, наверное, мне тут устроят жаркое пекло. Ярко и влажно. Да, ярко и влажно. Эй, Гринго! Ты ло ка хисте а Густаво! Пошел нахер со своим Густаво, поцы. Назад, чурки. Да у тебя есть фанаты. А, восторженная публика. Пошел. Куда? А, сюда? Окей. Открыть ворота. А он не ло llevas. Да давай открывать. Дивертите. Ну шо, мне делать надо? Не могу ни вправо, ни влево, ни ударить, ничего. Скоро все узнаешь. А, проходи, да? Спасибо. Ребят, вы чё? Дайте бухлишко. Я немного в стороне пройду. Тихо. Назад. Этот поручен мне. А мексиканцу тут достается нормально. Да не толкайся ты. Нам прямо? Нет, нам налево. Ну сказал бы, я повернул бы налево. Чё ты толкаешься? Увидишь. Так, тут дверь. Тут решетка. Нет. Не сюда. А, сюда. Вот. Все. То есть ты меня уже не толкаешь нормально, да, как братан заводишь. Ой, что-то в подвал мне идти не нравится после вас. Окей, давайте посмотрим, что там в подвальчике у нас. Винный погребочек. Кабинет надзирателя, да? Влево. Да, я понял. Сюда. Сюда это куда? Сюда. Пришли. Хорошо. Заброшка. Ты наручники снимешь? Хочу в долю. Что? На все, что ты там найдешь. Хочу в долю. Ну, знаешь, твоя задача была дать нам зайти и выйти, и все. И все? Да я ради вас своей шкурой рискую. Да, и Рейв тебе за это очень хорошо платит. Да. Хорошо, но мало. Тебе говорили не открывать. Да, мне также говорили не брать взятки, не водить сюда никого и не бить заключенных. И тем не менее. Давай поосторожнее, этой бумажке 300 лет. Я служил в команде капитана Генри Эвери. Знаешь, кто это? Это пират. Пират, который взял самую большую добычу в истории и унес с ней ноги. Я почитал. Молодец. Больше может... 400 миллионов долларов в золоте и камнях. И все с одного корабля. С Ганки Савая. Да. Да, я в курсе истории.
Давай, к делу. Так, так. Я сижу на самом верху испанской тюрьмы. А, вот. Уповаю, что однажды кто-нибудь придет в это адово место, примет мой крест и отыщет райские богатства. Примет мой крест. Это, наверное, какое-то ключевое слово. Что ты хочешь? Райские богатства. Боже, это метафора. Не-не-не-не-не-не. Вы с дружками купили себе пропуск в это адово место не ради одной метафоры. Хочу в долю. Ладно, сделаем так. Я обыщу камеру. Если 300 лет спустя там еще осталось что-то ценное, обсудишь вопрос с Рейфом. Давай уже. Письмо. Por favor. Как ты туда заберешься? Ручками. А может, вообще ты полезешь? Ты же хочешь в долю. Шею не сверни. Ага. Постараюсь. Понесся паркурчик. Да. Спрятал прямо здесь. Под столом. У ящиков. Ага. Спасибо. Так. Колодец видим. Так, водопады. Скаты. Я вижу, как скатываться там надо будет. Так, исследуем. Я так понимаю, теперь нам нужно исследовать все. Максимально возможно, да? Здесь мы забраться по лианам не можем. Окей. Ладно, давай еще раз. Для управления скольжения А и Д. Ага, все, я понял. Сейчас мы будем скользить. Ох, вот это у нас разгончик был. Так, есть. Где тут мудила стоит, нас там ждет, наверное, да? Ну вот же лестница, давай спускайся. Наверное, надо было исследовать. Исследовать. Чего-то там. Здесь просто так, без ничего. Окей. Так, у нас есть ящик, который мы можем двигать. Нам его нужно пододвинуть. Давай сейчас пробежимся, посмотрим. Так, у нас есть веревка. Кошка. Вот мы и в деле. Отлично. Так, кошку мы нашли. А, вижу, куда нам ящик пододвинуть. На крыше ничего. Тюремная камера. Как мне туда добраться? Да, сейчас разберемся. Погнали. Опа, нормально. Так, здесь тоже цепляться надо или нет? Нет, здесь цепляться не надо. Бежим дальше, 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 дальше. Так, здесь мы будем скользить. И туда мы будем скользить. Нам сейчас пока мне сюда скользить не надо. Опа, 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 на... Хотя я видел выступ на самом деле. Нам просто надо было за него, блин, зацепиться. Давай, может, с этой траектории пролетим лучше. Да, зацепились, супер. Отлично, да, падать здесь нельзя, залазим наверх. Ух ты, бля! Ты чё так опасно? Ты держись давай. Тут можно съехать. Тут можно съехать, но надо зацепиться. Есть. Да, когда он руку, видите, выставляет, тогда получается он готов к прыжку.
Блин, очень круто, огромное количество диалогов в игре сделано. Вперед и наверх. Вау. Я бы сейчас бы, как в Assassin's Creed, честно говоря, в воду спрыгнул бы, сиганул бы. Очень красиво. Вода нарисована просто великолепно. Так, ладно, побежали дальше. Окейушки. Стоп. Да-да-да, теперь нам надо как-то наверх забраться. Отлично. Давай-давай, залазь-залазь. Нужна камера на самой вершине. Мы здесь не залезем, наверное, да? Бернс насладился видом перед казнью. Чтоб вот окна есть открытые. Может, мне сюда надо? Да по-любому. А, давайте попробуем спуститься на решетку. Ух ты, херово дело. Конечно, все хорошо. Решетка просто отогнулась, и мы чуть не упали в море. Вот здесь пираты сидели, ждали виселицы. Ладно. Куда мне? Так, внизу что-то есть. А, но надо прочекать всю территорию. Испанцы строили такие вещи на совесть. Скольких пиратов тут сгноили? Чекаем, чекаем все. Записочка. 18 сентября. О, все это долго-долго-долго. Я распечатал обещание. Некоторые сокровища я... Сегодня, когда я вешал оставшихся пиратов, одному из них хватило наглости предложить мне взятку. Как раз, когда ему на голову надевали мешок. Все те же расплывчатые обещания местных несметных сокровищ. Я спросил его, где же мне найти эти сокровища, а потом вздернул его, когда он уже начал отвечать. Не пристало мне слушать пиратское вранье. Так, записки мы крутить не можем. Тогда окей. Удерживайте Q. Ага, мы решетки, ой, деревянные штучки можем вырывать, я понял. Вырывать, вырывать, воровать. А, теперь мне надо подняться обратно туда, да? Я правильно понимаю? Да, судя по всему, да. Ладно, не буду врать. Это круто. Конечно, круто, ничего себе. Так, стоп. Мне теперь надо понять. А, мы... Нихера себе. Мы даже так можем забираться. Сэм такое пропускает. Ага, на самый верх я не могу забраться. Все, тогда залазим в башню. А, в принципе, мы здесь ничего нового не нашли бы. Да, это прямо номер люкс. А, началось загадки, да? С чего начать? Солнце и луна. В алхимии это золото и серебро. Стоп. Что-то подобное было в письме. Ха, похоже на часть символа. Так, смотрите, стрела и буковка М. Соединяй. Вторая часть. Ну-ка. Вот так лучше. Да, стрела вверх и М-ка. Знаки зодиака. Это стрелец, а это скорпион. Так, здесь ничего нет. Все. Стрелец и скорпион нам нужен. Стрелец это 10 цифра, а скорпион это цифра 2, 12. Какой же смысл в этих закорючках?
Вот цифра 12. 10 и 2. Крест и две черты. О, ух ты, что у нас? Боженьку нашли с крестиком. Только здесь он не распят, а привязан. Получается, каждого Иисуса казнили по-разному, что ли? Крестам привязывали людей. Digna factis recipimus. Ничего не понятно, но очень интересно. Ладно. Может пригодиться. Больше ничего. Ладно. Пора назад. Ну, на том спасибо. Так, ага, теперь у нас дверь активно стала. Теперь мы можем свободно через двери пройти. Опа, 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 на. Аккуратненько. Хотя, в принципе, мы-то все равно упали. Так, здесь у нас веревка, да? И вниз. И вниз. Так, больше ничего. Осматриваем, может, где-то мы сможем тут. Зацеп. Залазим наверх. Смотрим, что у нас тут поверху идет. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Я так понимаю, все очень фигово, да? Опс. 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 Отлично. Пробрались вперед. Да давай ты уже выламывай дверь. Бедное мое плечо. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. О, так мы на старте уже вышли, смотрите. Вон Варгас. Хочу в долю. Жирный стоит, ждет я нас. С вами. Долю захотел. Так, теперь мне как-то на... Ага, вот, перепрыгиваем. Вижу. Тихо-тихо-тихо-тихо, смотрим, смотрим, прыгаем туда. О, нет, 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 нет! Есть, отлично, конечно, готово. Так, так, так. А тут есть выступы, да? Тут есть выступы. Ну, давайте посмотрим, что мы на них можем. Внизу ж ящиков никаких не было, ничего интересного нет. Упс. Я все, я думал, он не допрыгнет. Отлично. Добрался. Ну давай, Варгас. Как успехи? Дрейк? Ну что? Там было пусто. Если где и спрятана подсказка, я ее не нашел. Уверен. Ты хорошо поискал? Наверное, я упустил что-то в письме. Вдруг имелась в виду другая башня, которой нет давно. Ну да. Наебал. А может, чертежи какие остались? Схемы построек? Может быть. Есть какой-то архив. Ага, хорошо. Тогда поищи там. Вдруг чего накопаешь. А я поговорю с Сэмом, он эксперт по Эвери. Может быть, он во всем этом разберется. Ладно, я залезу в архив. Да. Повернись. Ага. Так. Когда с ним поговоришь, свяжись со мной. Хорошо. Вали. Ринго, если еще раз полезешь в драку, загремишь в карцер. Надо же, какая экспрессия. Ненаигранная роль.
О, на сигаретке. Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, Господи, ну у тебя и видок. Ты живой? Ну, издержки производства. Пошли. Эй, стоп, стоп. Давай-ка не нагнетай саспенс. Ты был прав. Мы были правы. Сейчас найдем Рейфа. О, и... Рейфа. Ну, только не начинай. Слушай, сам сказал, что это мы нашли. Ты и я. А богатенький ублюдок просто упал на хвост. Сколько мы пытались сюда влезть? М? У нас были зацепки. Да не было. Вот по нулям. Будем честны, без Рейфа и Варгаса мы б сюда не попали. Да, кстати, о Варгасе. Есть проблема. Какая проблема? Он пустил тебя в башню? Да, да, пустил. Mm-hmm. Но сперва письмо прочел. Mm-hmm. И что он теперь хочет? Ну, конечно, в долю. Черт. Рейф, если кто-то еще об этом узнает... С Варгасом я вопрос решу, не парьтесь. Сейчас давайте обсудим более важные вещи. Ладно, пойдем только куда-нибудь, где потише. Ага. Все, тут никого. Так, ну и что ты нашел? О, охренеть. Эй. Можно? Аккуратней только. Дерево инкрустировано серебром. Неплохо сделано. Он пустой. Зачем так старательно прятать выдолбленное деревянное распятие? Это не распятие. Формально распятием называют крест Христа. Это не Христос. Да, ни тернового венца, ни гвоздей, но если не Христос, то... Ну ты прочитай. Digna factis recipimus. Мы получаем... Мы получаем... Нам воздается по делам нашим. Ага. А ты крут. Ну, знаешь, детство в католическом приюте. Святой Дисмос. Да, благоразумный разбойник. Но какая связь? Так, а теперь для тех, кто прогуливал воскресную школу. Ну, на Голгофе Христа распяли между двух разбойников. Один разбойник потешался над ним, а второй, вот этот, раскаялся. Он смиренно принял наказание за грехи. И Христос забрал его в рай. Благоразумный разбойник. Что? Ты понял? Существует собор Святого Дисмоса в Шотландии. А в Шотландии теряется след Эвери. И это не случайно. Нет. Честно, я в вас сомневался, но... Пошли найдем Варгаса. Пора уже на свободу. А... Привет, пацаки. Да, угадаю, это с ним ты поссорился? Не знал, что у него столько друзей. Dije que no habíamos terminado. Мира... О, заточка сзади. Ясно? Ну давай, будем валиться. Ладно. Погнали. Давай, 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 давай. На тебя, сучара. Наваливаем. Быстренько меняем клавиши. Блок. Выходим. Удар. Все. Покедос, ребята. Куда побежал? Подожди, подожди, малыш. О, как больно. Давай, давай, братуня, братуня, наваливай. Сучары вдвоем. Сэм, мне нужна помощь.
Темнота, ни хера не вижу. А чё, вдвоем нормально разваливать? И куда братуха убежал? Давай, 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 давай. Хопа, хопа. Блядь. Давай, давай, давай. На, отец, сука. Эй, эй, отстань. Я баста де hablar. И чё, как теперь делать? На тебе, сука. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Что, контрабанда? Варгас. Заткнись. Кем себя возомнил? Евлос Уселда. Метролос Грингас и Миофисина. Ты. Угу. Да, теперь объясняйся. Деханос. Деханос. Ты не торопился. Нас чуть не убили. Еще могут. Варгас. Ты что? О, я ничего не нашел. Может, не та башня? Ну? Меня воспитывали монашки. Крест всегда со мной. Смешно. Эй-эй-эй, он же ничего не стоит. Я вам что, идиот? Ты хочешь изменить условия? Ладно, только давай без этой пурги. Убери нахрен пушку. Спасибо. Мы дадим тебе 10%. Немало. Мы делаем всю работу. 20. Без нас ничего не найдешь. 25. Четверть. Охереть. 25. Что скажете, парни? Ну что, согласен. Ну, да. Все равно они его кинут по любасу. Значит, договорились? Да, договорились. Хорошо. Но если вы еще хоть раз... Охуеть. Господи. Вот и все. Ты что, совсем рехнулся? Хочешь проверить? Собрать. Что делать будем? Дальше все по плану. О, вот это сейчас будет весело нам. Да, за мной. Ничего так, развитие событий. Твою же. Умейте быстро бегать. Научитесь. Варгас сказал, лодка будет под ним. Я прочекал просто территорию, может там что-то было полезное. Ух, нихера себе, там уже с пуликом. Да, давайте от охранников уйдем, конечно. Это нормально, я не торможу. Быстрей, 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 быстрей. Отлично. Оба-на, все отлично, дверь закрыта. Куда дальше? Показывай, здесь тоже дверь закрыта. Быстрее, 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 без пацки. Надо от мусоров убегать. Ну, сбивай лестницу.
оттолкнул меня. Молодец. Охренеть, охренеть, охренеть. О, пипец. Ну давайте, окей. На тебе, на. Спасибо, братан. Ты ему не веришь? Спасибо, братан, что помог. Ну, давай, давай, давай. Ты думаешь, он свалит без нас? Конечно, он свалит без нас. Мне бы пестоль. Братюня. Динамично, динамично развиваются события. Побежали куда-то. Пацики. Они не хотят, чтобы мы сбежали. Я согласен. Охрана! Эй, Рэй! Как тебя видишь? Опусти нам лестницу! Мы близко. Рипи моя. Как я сказал, все по плану. Пока рано радоваться. Давай, 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 быстрее. Охренеть, ох, как они летают, как они прыгают по красоте вообще. Давай, 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 давай. Фу, получается, даже стрелять не надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Труба отрывается. Давай, брат, давай. Бля, только не говорите. Короче, братюню завалили. Дай вторую руку. Давай, Сэм. Нет! Жесть. Это просто жесть. Надо сваливать. Нет, он еще там. Его больше нет. Быстро, лодка прямо под стеной. Нет, не могу. Не могу его бросить. Нейт, твой брат погиб. Выбирай, ты со мной или с ним. Нет, он же... Как хочешь. Сэр. Ладно, бежим, потому что нас все равно там застрелят. Сваливаем. Ну, бывают такие тяжелые выборы, когда приходится свалить куда-то нафиг. Да иду, я иду. Вместо одной жертвы будет две, к сожалению. О, блядь! Куда это мы падаем? Всплывай, всплывай. Где ты там? Я не вижу, как управлять, чувак. Есть, Sony Computer Entertainment представляет. Uncharted. Я так понимаю, вторую главу мы уже тоже посмотрели, прошли. Сейчас, скорее всего, после представления всего вот этого будет как раз начало третьей. Но, судя по всему, здесь в игре предстоит стелс, разгадывание загадок, поиск сокровищ, да, как мы уже поняли, и вся остальная ерунда. Хотя, в принципе, и стрельба, я думаю, возможно, потому что пестик схватил кореш мой. Шамбах.
Вальхалла. Музычка прикольная. Пятнадцать лет спустя. Блин, да там уже чувакам по 40 лет, что ли? Готово. Спустился на дно. Так, судя по сигналу, ты на месте. Груз не видно? Нет. Пока нет. А вы ничего не засекли? Ничего. Ладно, поплыву по течению. Понял. Будь на связи. Дело в Малайзии. Так, ну что, друзья, вторую часть мы прошли, вторую главу, да. К третьей мы вернемся с вами завтра, поэтому на этом я заканчиваю. Всех целую, обнимаю, приподнимаю. До завтра. Пока-пока.